вітаю! В ефірі Суспільного програма «Тема дня» і сьогодні говоритимемо про таке. 7 вересня в Миколаєві вже вдруге не відбувся конкурс пасажирських перевізників на обслуговування віддалених районів міста. А саме це 5, 76, 79 та 63 маршрути. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації міської ради Дмитро Попов. Отже, чому не відбувся конкурс, чи можуть бути рентабельними маршрути до віддалених районів міста, та які шляхи розв'язання проблеми пасажирських перевезень? На ці та інші питання сьогодні нам надаватиме відповідь наш гість. Дозвольте, я представлю, до нашої студії завітав Юрій Барт, член конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Вітаю вас у нашій студії, пане Юрію. Я хочу на початку ефіру зазначити, що ми зверталися до начальниці відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови Інни Хоржевської щодо отримання коментаря з цієї теми. Запрошували гостя до нашої студії, але місцева влада нікого не делегувала для участі в програмі. Ми маємо лише коментар начальника управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації міської ради Дмитра Попова. Давайте подивимось і розпочнемо з вами розмову. Повторно вже вдруге оголошено конкурс на ті маршрути, які є соціально важливими. Це маршрути, які містяни могли би дістатися до кладовища військової частини з віддаленого району, корабельного району Кульбакіно до центру корабельного району. Це 5-й маршрут, це 79-й маршрут, 76-й маршрут і 63-й маршрути. Вдруге, ніхто з перевізників не виявив бажання працювати на цих маршрутах, не знаю, мотивуючи це своїми якимись певними обставинами, чого саме вони так вважають і чому вони не подали документи і не взяли участі в цьому конкурсі. Уже зараз і будемо з'ясовувати, чому, але зазначу, що ми також просили прокоментувати ситуацію голови постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження та зв'язку Володимира Євтушенка. Він пообіцяв нам зв'язатися, але на зв'язок не вийшов. Отже, пані Юрійович, з яких причин не відбувся конкурс на обслуговування 5, 76, 79 та 63 маршрутів у Миколаєві? Ну, конкурс, який должен був проходити 7 числа, він не пройшов ввиду того, що на цей конкурс ні один із перевозчиків, который работает в нашем городе, не заявился. То есть претендентов не было. И вследствие этого конкурс и не прошел. А давайте, чтобы было зрозуміло, сколько у нас взагалі перевізників у місті Миколаєві, чтобы мы розуміли цей такий баланс, скажімо. На данное время, по-моему, 9 или 10 перевозчиков. Угу. Ну, непонятно, там филиальчики от крупных. То есть они все между собой связаны, поэтому можно считать это, ну, три лица, може бути, руководять всіми перевозками, тобто учредитель. А чому, на вашу думку, ніхто із фірм-перевізників не подав заявку на участь у конкурсі? Ну, я до проведення того конкурсу, звісно, зв'язувався з перевозчиками некоторыми, інтересувався, будуть ли якісь движення в сторону конкурсу, звісно, не уточняв, участвуєте чи ні. Тому що для мене важен корабельний район, а туди 76-й маршрут. І він мене більше всього інтересував. Там проблеми у людей на об'їзді, вони не можуть їздити нормально до сих пор. Ну и насколько из разговора я понял, что у них нет желания участвовать в этом конкурсе, так как Дмитрий Дмитриевич сказал, там свои какие-то забаганки, или у них просто-напросто отсутствует автобус. То есть количество автобусов, которые они могли бы направить на маршруты, у них их нет. То есть люди повыходили ранее с этих маршрутов, с перевозок вообще, ввиду того, что и там и на тариф они оглядываются, и на ремонты машин, то есть машины такие убитые, что, ну, выставлять, они не будут соответствовать условиям конкурса. А перший конкурс був, якщо я не помиляюсь, 13 серпня. Да. Тоді ж було, теж ніхто не подав, і все ж таки було зрозуміло, що там немає автобусів і так далі. Щось були якісь кроки здійснені до сьогодні, до 7 вересня? Ні, просто переназначили день проведення конкурсу і все. Я так думаю, можливо, ще раз назначать конкурс, і на ці маршрути, ну, просто-напросто умруть. Якщо тільки не з'явиться якийсь не з нашого міста, наприклад, або хто-либо, як коли-то на 41-й маршрут, вот жаловал там перевозчик, у него было 5 автомобилей, по-моему, это в 2016 году. Ему дали временный дозвел до проведения конкурса. Он поработал и ушел, потому что и там невыгодно. А взагалі, що передбачає конкурсна програма? Які критерії є до обрання учасників, переможців, якщо можна так сказати? Ну,
Порядок проведения конкурса в нашем городе, он принят в этом году, в начале года, по-моему, 19 февраля, по-моему, если не ошибаюсь. И там прописано полностью все то, что необходимо сделать перевозчику, что необходимо сделать организатору, которым является орган исполнительной власти, исполком, и то, что нужно сделать конкурсному комитету, то есть нам, и что нужно сделать рабочему органу, который готовит материалы к проведению конкурса, который мы потом рассмотрим, эти материалы. Там все прописано. Ну, давайте, чтобы глядачі розуміли, что перевізникам варто зробити? Ну как, они должны собрать определенный пакет документов, они должны подготовить автомобили, они должны это количество автомобилей заявить на конкурс, то, как учитывается в условиях, они должны на этот маршрут такое же количество. И даже в порядке проведения конкурса есть такой порядок. Постановление Кабмина 1081 2008 года. Там даже есть такое, что если перевозчик на маршрут дал более, чем за, в маршруте в условиях конкурса, то его могут и не допустить. Даже такое бывает. То есть перевозчик должен подготовить именно то, что прописано в условиях. Это порядок проведения конкурса 1081 постанова. И этот порядок регулируется еще законом о автомобильном транспорте. Там тоже прописываются определенные какие-то действия. Это закон. Тут сложно сейчас говорить статьями и пунктами. Ну, прописано, щоб розуміти, тому що хочеться ж мати уяву, як відбуваються ці конкурси, які критерії і так далі. А ми зібрали коментарі, думки пасажирів в соціальній мережі Facebook. Я прошу режисерів показати буквально декілька, я зачитаю. От, наприклад, пишуть, поставте на ці маршрути, я читаю мовою оригіналу, муніципальний транспорт, і пусть безплатно там возять строителі. Зачем ці маршрути? Нужно, наоборот, сокращати і так далі. Для того, щоб доїхати в Октябрське, це корабельний район, нужно 40 гривень для того, щоб дістатися. И что у нас есть? Может, причина дороги? Причины нет, просто эти маршруты никому не нужны, их угробили. А как добраться до кладбища, до воинской части? В этом году даже могилки в порядок не привели. Подскажите. Ну, бачимо, да, что причина нерентабельность. Нерентабельность, конечно, скажу за 76-й. Если они ездили раз в 40 минут, их перестали ждать и ездить. Если бы нормально, и рентабельность бы была. А, пане Юрію, бачимо, что деякі користувачі вважають ці маршрути нерентабельними. Чому? Ну, нерентабельными может считать только предприятие-перевозчик, потому что она работает, и она получает определенную прибыль. И также и расходы получает. В принципе, ну как, это эмоциональное, понятное дело. Люди, которые не сильно глубоко влезли в эту сферу перевозок, они, конечно, могут разные версии, в том числе и дороги. Я скажу так, года два назад жители корабельного района, объездной 1076 ходил, они, ну, грубо говоря, возмутились тем, что происходит, начали ходить на приемы, я как помощник депутата принимал, я наслушался много чего по поводу того, что они не могут уехать после 8 вечера. Потом мы собирались там на объездной, и Дмитрий Дмитриевич был Попов, его зам был, директор предприятия, жители собрались, и мы там этот вопрос обсуждали, как сделать лучше. И тогда перевозчик обещал, там они начали ходить 76-е, и в итоге, в прошлом году, вы же, наверное, в курсе, были направлены перевозчиками письма в управление транспорта, ну, на органы исполнительной власти, на основании чего расторгли договора. Потом перестали автобусы ходить, и потом они полностью остановились, перевозки. Ну, повторю, нет автобусов у них. По сравнению с тем конкурсом, который был в 2016 году, количество этих автомобилей, автобусов, практически уменьшилось более чем наполовину. Тут понятно, что не вытянешь ни один маршрут нормально. Они даже сейчас, некоторые маршруты, если кто обратил внимание, раньше вроде нормально ходили, сейчас вообще так, через час можно увидеть. Вы какие имеете на увазе сейчас? Ну, в корабельном районе там есть. Вот, те, которые более рентабельны, да, которые по центру ходят города, а вот тут же, который 17-й вы маєте на увазі? Да, 17-й, но они так более-менее. 18-й я очень редко вижу, которые по району ходят. Жители более центральные районы, Ингульские, Заводские, они тоже это видят. Как некоторые маршруты немножко меньше стали, другие больше. Потому что сейчас перевозчики хотят вытянуть за счет, ну, как говорят, жирных маршрутов прибыль определенно. Так вот, я скажу так. В прошлом году я вел диалог с директором предприятия, который обслуживает 76-й маршрут, на предмет того, чтобы его изменить. Закон позволяет до 25% органов исполнительной власти имеют право укоротить этот маршрут, то есть изменить его. И мы, я предлагал, давайте сделаем до автовокзала, а там он пойдет в корабельном районе по другим улицам. Ну, директор вроде как согласился, но потом, когда, я не знаю, по каким причинам, в разговоре с
представителями городской власти, они категорически стали против всего этого и тогда расторгли договора. И меня удивляет, конечно, что конкурсу, которые маршруты были подведены, вот эти, по которым расторгли договора, они не приведены в то соответствие, которое желали люди, чтобы было удобнее как-то изменить хотя бы какое-то направление, и даже то же количество, то есть автомобилей. То есть подготовка к конкурсу, она как бы вроде была, но вот именно для того, чтобы и перевозчики, и жители города имели определенный какой-то интерес, чтобы баланс сохранить, работы не было. Это не камень в сторону управления транспортом, но я считаю, что любой маршрут, который по каким тем или иным причинам был снят с обслуживания перевозчиком и расторгли договор, он имеет какую-то проблему. Надо этот маршрут проанализировать, надо найти причину того, почему перевозчик не хочет и что хотят жители, и найти вот эту золотую середину. Этого не было сделано. Он как был на конкурсе, он так и прошел. А что до причин? Чи проводилось якісь дослідження щодо пасажиропотоку? За данными схемами маршрутов? Ну, вы знаете, проведение пассажиропотока тоже определяется нормами законодательства четко. Вот эти всякие корзинки с бумажечками, которые раньше предлагали, ну это бред какой-то, извините. Есть закон, который четко говорит, в каком порядке проводится обследование пассажиропотока. Насколько я знаю, пассажиропоток строился на догадках перевозчиков, как они это видят, на догадках представителей яркой общественности нашей городской. Но как такового изучения пассажиропотока у нас в городе не было сделано. Ну а як це так? Ну має ж бути якийсь алгоритм, якийсь коефіцієнт у цього прорахунку. Ну от ви кажете, там листівочки в кошиках. Ну а все ж таки. Ну конкретно. У нас пассажиропоток должен по закону проводиться перед открытием нового маршрута. То есть для того, чтобы изучить, где, как провести этот маршрут, нужно изучить пассажиропоток. Сколько людей там поблизости передвигаются тем или иным транспортом. У нас почему-то более про пассажиропоток говорили в то время, когда мы, если вы помните, обсуждали тариф. То так, есть перевозчики врут, что тоді у них пассажиропоток другой, а у нас другой. Дело в том, что та методика расчета тарифа, которая установлена в постановлении Кабинета министров, она говорит о том, что пассажиропоток, о котором говорят перевозчики, это плановый в течение года. То есть то, как они видят. А то, как видит орган исполнительной власти, который является заказчиком перевозок, вот этого не было проведено. И это надо проводить, потому что у нас маршруты до того уже пересекают, это уже много лет говорят, пересекают друг друга вдоль и поперек, дублируют, о которых говорили, что дублированные будем убирать, они не убираются. Ну, как приклад, да, это 52-й, например, 91-й. Одиничка, ну якщо брати з корабельного району. Знаєте, у нас, по-моєму, проспект Центральний – це один великий маршрут. Починає від кольця около зоопарка і кінчає Евісом. Це великий один маршрут, на якому всі маршрути кормяться. А люди, которые живут где-то на окраинах, они обходятся ногами, доходят как-то до ближайших маршрутов, передвигаются. Вот и выходит 40 гривен. Оце ви дуже слушно помітили, тому що ми маємо коментар жителя Корабельного району. Давайте почуємо, дізнаємося, як він дістається зранку до роботи. Почуємо. Я дуже засмучений, що конкурс не відбувся. Ну, уявіть собі, я живу на об'їзній. Мені, щоб зранку уїхати, треба йти пішки хвилин 30, щоб сісти на який-небудь маршрут. Ну, або викликати таксі, щоб доїхати до зупинки в Корабельному. Інакше як? Ну, а студентам як? Раніше було зручно, там 76-й ходив. Рідко ходив і забитий, але все одно можна було. А дружина взагалі працює в Кульбакіну. Щоб дістатися туди, треба дві пересадки робити. Дуже все незручно. От мова йшла про 76-й маршрут, це Корабельний район, об'їзна. От Максим каже, що він дістається 30 хвилин пішки, щоб дійти до якоїсь першої ліпшої зупинки. Ну, це правильно говорить. Воно так і є. Угу. 30 минут. Я теж буваю від Жуковського кольця йду Кросніком на Волково, на Єсеніна пішком, тому що інакше ніде не їдеш. Ні в день, ні ввечір. Тому що теж ми ж Корабельному. Уже где-то года полтора, два, может быть так, ездит 83-й там. Он периодически идет по проспекту в Корабельном районе. И потом каким-то образом, там, я даже не знаю, какое время там вроде бы, жители все время спрашивают у себя в авиагруппе. Они двигаются по объездной. Ну, 83-й, это его называют летучим голландцем. Потому что вы видите его, я вот случайно увидел 7 числа,
Авария была на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Океановской. Я увидел 83-й. Я его в этом году не видел. Я інколи бачу его, але він напівпорожній. Це тому, що логістика, непродуманий час, маршрут. Чому він? Дійсно, це здорові такі автобуси, да, щоб наші глядачі розуміли, про що йде мова, але вони напівпорожні. Якщо там побачить 3-4 людини, ну це буде прекрасно. Як ви думаєте, чому? Возможно, но не продумано время движения, потому что я, будучи, когда находясь в Вайбер-группе, я оттуда как бы вышел по тем или иным причинам. Там много людей спрашивали, когда 83-й, а будет 83-й? Им отвечали там представители предприятия, что да, выехал. Но чаще отвечали, он поломанный где-то стоит. Следующий, вот именно там, на этой объездной, еще позапрошлом году, да нет, года два назад, обещали, что будет двигаться 3 автомобиля, автобуса. Но я вижу не 3, я вижу все время один и тот же. Один так, горел когда-то. Помаранчево-блакитный. Да. Поэтому одним автобусом, который двигается со скоростью черепахи, решить транспортные проблемы пассажирские, ну это просто нереально невозможно. Это как замыливание глаз, но это неправильно. Так, маємо ще один коментар жителя мікрорайону Кульбакіно. Пан Юрій нам надав його, давайте почуємо. Я мешкаю в Кульбакіно, і дуже складна ситуація з маршрутками. Ввечері неможливо добратися в Кульбакіно, не виїхати з Кульбакіно. А також з п'ятіркою, маршрутка така була п'ятірка, раніше вона ходила в Корабельний район раз в годину, зараз десь зникла, тому взагалі неможливо добратися, це треба з пересадками. Хотілося б, щоб якось вирішили це питання з маршрутками, як 29-й, там, може, ввечері, може, якийсь муніципальний транспорт, а також з п'ятіркою. Може, щось можна зробити з цими маршрутками, якісь перевізники, може, чому вони не погоджуються їздити в Кульбакіно, це мене досить бентежить, якщо м'яко кажучи. Ну от пане Юрій зазначив, що може якось муніципальний, комунальний транспорт пустити. Були такі розмови чи ні? Що от на ці маршрути 5-й, там 79-й, 76-й якось доладнати комунальний транспорт? Ні. Наскільки я відслежую цю ситуацію, наскільки веду розмови, о встановленні комунального транспорту на ці маршрути, ну, розмови взагалі не було. Чому? Ну, потому что, знаете, мы привыкли красоту, которая появляется в городе, автобусы, пускать на видном месте. Проспекты, чтобы видно было. Они все тут ездят. А вот я в том году, когда я также участвовал в той работе, которая была проведена по приобретению этих автобусов, чем горжусь, в принципе. Но тогда как бы мое желание не было учтено в полном объеме, потому что я не свое желание в общем выражал, а выражал желание жителей Корабельного района, той же объездной, чтобы пустили автобусы эти коммунальные по объездной. И людям удобно, и это коммунальный транспорт, тем более там возмещение затрат на перевозку, это коммунальный, льготной категории пассажиров. И по наполнению? По наполнению, тем более мимо рынка идет, который находится около переезда. Ну, это не было услышано. Ну, сделали. Потемкинская деревня. У нас этот принцип соблюдается до сих пор. Главное, чтобы было видно красивое. А то, что там за кулисами, ну, это неудобство, это недовольство. Люди недовольны. Ну, а чому ви кажете кулиси? Ну, вийде він з об'їзної, далі ж він знов їде по красотам нашого міста. Ви знаєте, якщо він на Жуков повернет на об'їзної, ви знаєте Корабельний район. Ну, я знаю. Пройдет по об'їзної. Так, Гагарина называемая, да, улица, пройдет через... Кладовище. Да, пройдет кладбище, пройдет там далее мимо Янтарный, РЭС, на хлебзаводе он поедет по Новостройной, выйдет к рынку, так, на проспект. Вполне нормальный маршрут, ну, нормальная дорога, так, и людей много там будет. Потому что даже те люди, которые живут в районе Новостройной, они идут пешком или на проспект, оттуда со стороны РЭСа, хлебзавода, там же 76-й ходил, на Океановскую поворачивал. А сейчас они ходят пешком. Ну, как это? Вот это ненормально, когда люди, которые имеют право ездить, они мало того, что не пользуются вообще в жизни, живя в Корабельном районе, троллейбусами, трамваями, они не могут пользоваться маршрутками, теми же автобусами. Так, ну, чтобы наши глядачі розуміли, что там немає маршрутного засобу. Нет вообще. Там, люди ходят пешком. 30-40 хвилин варто йти пішки. А для того, щоб дістатися до зупинки. А от якісь були вимоги у фірм-перевізників чи ні?
Требування органу исполнительной власти? Ну, як я можу собі уявити, вони б, може, піхотіли, да, брати участь у конкурсі, ви кажете, немає там автобусів і так далі. Вони якісь вимоги озвучували чи ні до влади? Ну, понятное дело, что у них требования всегда есть, но это не относится к конкурсу, хотя это непосредственно косвенно касается. Угу. Это тариф. Мы знаем, что они хотят тариф иметь больший, а мы хотим иметь меньший. И вот эта нестыковка наших интересов, она и не дает возможности, как они говорят, развиться парку автобусному, что эти деньги, которые 5 гривен не хватает и на ремонт, и там не говоря и на топливо и все остальное. Но я всегда говорю, это проблемы перевозчика. Берите кредиты, но они говорят, мы брать кредиты не можем, потому что нет гарантии того, что мы вернем, тариф не тот. Они могут, даже по закону они обязаны и в соответствии теми условиями конкурса, которые есть в течение 5 лет, которые они проводят пассажирские перевозки, обновить свой транспорт не менее чем на 10%. Когда-то предприятие ПИК обновляло транспорт, в данное время, ну, вы видите, новых автобусов нет. Они не обновляют, но при этом хотят большой тариф. Но большой тариф не может быть, ну, по их желанию большой, потому что он связан, опять же, с тем, как предприятие работает. То есть какие машины на балансе находятся, не просто не арендованы, а у них предприятие. Ну і з цим зв'язані всі остальні годні перевозки, договори. Тут така цепочка виходить логічно. Замкнуте коло. Ну, зокрема, дотації з бюджету приватним перевізникам або робота по цих маршрутах комунального транспорту. Про шляхи розв'язання проблеми у коментарі телефоном сказала Інга Шаповалова, директорка автотранспортного підприємства. Давайте побачимо. Але електроенергія росте, запчастини ростуть в ціні, і тому виходу немає. Люди, щоб не нести збитки і не зупиняти свій транспорт, відмовляються від того, що не приносить прибутку. Це перше. Шляхи вирішення. Ну, вирішення тут одне, дотації повинні бути. Або ще інший є варіант, ці рейси всі повинні виконувати комунальні автобуси, комунальний транспорт. Ну, приклади є, Матвіївка в нас є, виконує перевізник рейси, але міськвиконком датує їм ці рейси. Тобто сплачує їм за збитки за ці рейси. Іншого виходу я не бачу. Або дотатування, компенсація, або комунальний транспорт. Рейси, які виконуються на міських маршрутах, віддалені райони міста, вони, звісно, збиткові, і підприємства, які працюють на цих рейсах, в основному виконують їх за рахунок, ну, якщо так можна сказати, інших маршрутів. Тобто вони заробляють на інших маршрутах, а ті кошти, які вони заробили, вони витрачають на ті маршрути, там, де віддалені. Ну, що можна зробити? Ви бачите, що підприємства, це логічно, відмовляються від цих маршрутів, бо тариф, ми завжди про це кажемо, і пасажирських перевізників ругають, і містяни наші кажуть, що нема за що піднімати тарифи. Ну, відкоментуйте, будь ласка, у нас мало часу. Да. І наостанок, таке узагальнююче запитання, що робити? Ми почули різні думки, різні коментарі, що робити, які будуть подальші кроки? І якщо будуть повертатися знову до цього запитання, чи буде якийсь консенсус, а найголовніший результат? Ну, скажу коротко, що робити, і дам коментарі, які услышала директор підприємства. Перше, що робити? Так як перевозчики відказуються, їм це невигідно, вони чітко говорять, то здесь уже нужно вступать в эту игру органу исполнительной власти и думать о том, как заполнять эти маршруты коммунальным транспортом. Понятное дело, те деньги, которые объявил ЕБРР, конкурс, тендер на приобретение 40, по-моему. ЕБРР – это Европейский банк реконструкции и развития. Это будет, ну, потом, хотя тендер уже есть. В данное время люди не могут поехать ни в одну, ни в другую сторону от своего дома. Поэтому орган исполнительной власти должен думать. Тот же 76-й, пускай направляют два хотя бы автобуса коммунального транспорта, зеленые так называемые. А на этих маршрутах уже пускай с перевозчиками решают вопрос. Встречаются, пускай как-то перевозчики идут навстречу. И тогда объявляют конкурсы, и
Хотя бы 2-3 машины тоже пускают. По поводу комментария. Перевозка льготных категорий пассажиров – это требование закона. Перевозчики должны обеспечивать, а орган власти должен выплачивать все затраты. Но в данное время, она правильно сказала, предприятие, которое 83-54, получает возмещение затрат на перевозку льготных категорий пассажиров. Все остальные не могут этого получать, потому что нет договоров. В заключите договора орган обязан выплачивать, но орган не будет исполнительной власти выплачивать эти возмещения, потому что нет договора. А договор заключить надо, опять же, указать свою деятельность. А деятельность у них заключается в том, что там 5 машин это на балансе, а 100 это арендованные. За 5 машин, которые на балансе, возмещения очень мало. Поэтому перевозчики не хотят, но при этом отказывают. И я напомню зрителям о том, что безосновательный отказ от перевозки льготной категории пассажиров, статья 133 прим. Один. Это штраф 850 гривен. Обращайтесь в полицию, вызывайте, обращайтесь с жалобами в управление, но перевозчик должен выполнять. Зрозуміло. Я вам дякую. Ну, такий підсумок, резюме, що поки що 3 крапки ставимо в цьому питанні. Тримаємо руки на пульсі. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні був Юрій Барт, член конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Ну, я вам дякую, що були з нами. Це була програма «Тема дня». На все добре.